сливками, добавляли немножко сладкого, брали костное тесто, которое не использовались для причастия. И потом, когда уже это все-таки тройка была большая, когда печи большие угасали, они это пирожное уложили. Это 300-350 градусов. На несколько минут оно быстренько обстекалось, и они его доставали. Поэтому этот рецепт был передан для этого центра. Спустя 15 лет открывается паштель Дената. Почему? Потому что это было только здесь. Популярность для него небольшая, но не все сюда приезжали. Поэтому появляется копия, тоже запатентирована, которая называется «Паштель Дената». Вот то, что вы там видите.